В законодательном собрании Ульяновской области рассмотрели в первом чтении закон бюджета региона на 2022 год. Традиционно статьями расходов стали социальная сфера и здравоохранение. На что нужно тратить народные средства, рассказали жители города Ульяновска. Мне очень сильно хотелось бы, чтобы в Ульяновске был решен вопрос с, во-первых, маршрутками, потому что там есть и проблемы с тем, что их недостаточно, что в час пик очень много людей. Вот, мне бы очень хотелось, чтобы вот этот вот был вопрос решен. Если на благоустройство, то нужно, конечно, много денег. Если на здравоохранение, тоже надо много денег. Если на народное образование, тоже надо много денег. Если на поддержку детей, тоже надо много денег. Вот и считайте, куда девать. Образование, здравоохранение, так как социальную политику, чтобы поддерживать малоимущих граждан. Ну, в данной сложившейся ситуации, я думаю, что на сферу здравоохранения нужно тратить все свои ресурсы, чтобы общими усилиями мы смогли победить эту болезнь. Ту нехватку, которая сейчас есть в больницах, в медицинских учреждениях. То есть я думаю, что в основном нужно тратить деньги именно туда. Да здесь огромный список, и здесь же кипение-то идет, и люди спорят. Надо спортсмены моих обрезали крепко, да? А там у всех и так-то они там не жировали. Надо культуре, надо, да надо тоже, да? Тоже не особо шикуют. Масса, он огромный список. И здесь тяжело говорить, что... Мне там, да, там надо, там, мне, не знаю, я просто близок и к проблемам и тех, как бы, я вижу, что они реальные, эти проблемы, да. В споре рождается истина бюджета. Сфера ЖКХ совершенно развалена, это первое. То есть не надо ходить в какие-то дорогие дома, зайдите в обыкновенные засвияжские дома, улицы, детские площадки отсутствуют, у детей это смех. Первое. Второе. Не знаю, что творится в медицине, но что-то катастрофа творится и в медицине, и в сфере аптек. Это очень важно, потому что у меня есть пожилые родственники. Очень сложно приобретать продукты лекарственные, очень сложно за эти цены покупать. И я думаю, то, что эти средства лучше направить на здравоохранение.